Всем привет! Вы на канале Вита. Сегодня будем открывать вот такие вот два пакетика замечательных Лалалупси. Вот. Вот такие вот Лалалупси здесь нарисованы. А сзади вся серия, которые могут попасться в пакетиках Лалалупси. Всего их 24. Вот такие. Ну что? Давай открывай. Давай я немножечко помогу. Держи, открывай. Что у нас там попадется? Ты уже выбираешь, какой ты хочешь? Вот такую девочку с желтыми волосами Вита хочет. Ну, посмотрим, что нам попадется. Помочь? Давай, помогу. Оп! Такая девочка с розовыми волосами попалась. Русалочка. Так, она у нас под номером 110. Такая русалочка. Такая замечательная, с бантиком, с хвостиками. Держи. Больше ничего здесь нет, да? Никакого вкладыша, ничего. Только куколка. Ну, да, пусто. Ну и ничего не написано, что должно быть. Одна куколка здесь только. Давай следующий сюрприз открывать. У нее хвостик. Ножек нет, да? Ну, держи, открывай второй сюрприз. Может, у нас во втором сюрпризе куколка с хвостиками попадется. Вот так. А у этой куколки еще вот дырочка даже на голове. Вот к чему там девочка на упаковке нарисована. Мы уже оторвали. Ну вот, здесь девочка нарисована. Браслетики и бусы девочки. Это можно делать всякие украшения с таких фигурок. Давай посмотрим. У нас попалась такая златовласка. Желтые волосы, голубые хвостики. Где она у нас здесь? Вот. Под номером 437. Вот такая замечательная девочка. В платьечке. И тоже с дырочкой. Будем украшения делать. Насобираем фигурок и будем делать украшения с них, да? Или браслетик, или бусы себе сделаем. Повесим эти фигурки, и будут у Виты красивые бусы. Да, на шее. Вот такие фигурки. Но они такие маленькие. Давай, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Вита. Всем пока-пока.